хочу тебя прервать, Кел, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Не волнуйся. Эти инструменты не доживут и до конца смены. Ну, ты всегда вверху. Помните, как раньше гильдия чинила наш инвентарь? После тебя. Да, хорошее было время. Этот имперский контракт вантом насмех. Заставили нас латать снаряжение за свой счет. Эй, тише ты. Эти дроиды в любой момент. Сепаратистов. Давно не видал барышников. Да, давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Лестница конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Thank you.
Кикнула шага! Полегче! Просто прохожу мимо! Чупалисто така, дебито! Чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредитов. Сегодня гуляю. Давай закончим побыстрее. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Встретимся у захвата. Звучит неплохо, скоро буду. Как ты здесь оказался? А ты как здесь оказалась? Чем пока они не начали резать крыло. Ахтуней, ахтуней! Рычаг управления внизу.
Готово. Теперь ты. Секунду. Так, заход зафиксирован. Ты как там? Я здесь. Ох ты, напугал ты меня, парень. Есть! Погоди! Сейчас сделаю! Готово! Давай сюда! Только посмотри! Истребитель джедая! Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи! Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят... Столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Ров! Держись! Я соскальзываю! Нет! Не отпускай! Не удержаться! Ров! Нет! Ров, ты цел? Я в норме! Только прижало! Пилота нет! Я вытащу нас отсюда, держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Эта штука едва летит! Держись! Прав, ты цел? Да. Надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я ж видел. Я ж своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя ж награда. Я знаю. Я знаю. Так, что ж. Будем осторожней. Да. Как ты? В норме. А ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе. И я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты
того. Сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Тепперс поможет мне. Он вроде как на Наршадда. Да. Мы теперь не скоро увидимся, Брауф. Да. Ну ладно. Ладно, Кайло. Куда ты идешь? Запоминай. Учитель. Верь только в силу. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности! Всем построиться! Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду. Иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Рауф. Мы все это знаем. Просто
боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Световой меч, неужели? А вот и джедай! Что это? Проверим, что это было. Ну и боль. Стоять, не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонние. Эй, может, не будешь докладывать? Пора в бой! Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно. Мимо нас. Это предатель! В атаку! Мы же жалеем его, правда? Ну же, бей его! Ладно, ладно, я же справлюсь! Я справлюсь! Прикончить его! Объект здесь! Огонь на поражение! Мятежник! Ясно. Я последний? Грузовой люк заблокирован! Выход один. Не останавливаться. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь, штурмовик. Наверху! Тебе не выстоять против нас! Только я и ты, отродье.
Отвлекайся! Да не стой, держи! Сделайте что-нибудь! Теперь только ты и я! Нет! Пойти вперед, остановить поезд. О, нет! Нужно укрыться. Надо успеть между выстрелами. Сейчас. Они отстрелили ЦПК. Надо вниз. Берем тебя, когда сможем! Еще. Поезд встал. Это не к добру. Держись!
Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Падаван. Вдруг я его убила? Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Вечно не выйдет. Гаси эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цера Джанда. Это мой капитан, Грис Дритус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет Джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что
Пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кэл, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик.